Ожидается, что в церемонии примут участие более 1000 представителей предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса региона, в том числе и Анапы. Запланированы концертные программы, чествование лучших сотрудников отрасли. В этом году на участие в курортном олимпе от предприятий туристской индустрии подали более 260 заявок. Это в два раза больше, чем в 2017 году, сообщили в Минкурорта в Кубани. В этом году разыграли 17 номинаций, в том числе новые. Название «Лучшее туристическое событие года», «Лучший муниципальный пляж», «Лучший пляж организации отдыха и оздоровления» и «Восстановленные», «Лучшая детская здравница» и «Лучший кемпинг».